Новый вариант казахского алфавита на латинице сегодня представили президенту Казахстана, сообщает сайт Акорды. Предложения, выработанные учеными-лингвистами и экспертами, Касым-Жомарту Токаеву презентовали министр образования и глава Минкультуры. Тотыра Имкулова представила научно обоснованный проект алфавита. Усовершенствованный вариант полностью соответствует принципу «один звук, одна буква», закрепленному в традиционной народной письменности. В нем не используются диаграфы, то есть обозначение одного звука двумя или более символами. Проект алфавита включает символы, обозначающие все 28 звуков казахского языка. По результатам работы комиссии правительство должно внести в администрацию президента проект указа об утверждении усовершенствованного алфавита. Не стоит забывать, что создание нового алфавита – это непростой вопрос. Разработку новой графики невозможно завершить за один день и даже за один год. Поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности. Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно.